Прокуратура Октябрьского района разъясняет, кто может подать заявление, чтобы человека признали безвестно отсутствующим и через какое время после пропажи это можно сделать. Гражданин по заявлению заинтересованных лиц может быть признан судом безвестно отсутствующим, если в течение года в месте его жительства нет сведений о месте его пребывания. Заинтересованность лица определяется той целью, ради которой подается указанное заявление. В качестве заинтересованных лиц могут выступать, например, супруг или дети пропавшего, которые находились на его иждивении. В заявлении необходимо указать, для какой цели это нужно заявителю, а также изложить обстоятельства, подтверждающие отсутствие человека. Таковыми могут быть действия, свидетельствующие о том, что заинтересованным лицом принимались меры к розыску безвестно отсутствующего лица. Таковыми подтверждениями могут быть соответствующие обращения в отдел полиции с заявлением о розыске безвестно отсутствующего лица, направление запросов и письма в различные органы и учреждения, в которых может находиться информация о безвестно отсутствующем лице. Что дает официальное признание гражданина без вести пропавшим? Передача его имущества лицу, с которым орган опеки и попечительства заключает договор доверительного управления имуществом. Снятие его с регистрационного учета по месту жительства. Расторжение брака, прекращение трудового договора. Нетрудоспособные члены семьи получают право на пенсию по потере кормильца и иные выплаты и компенсации.